биологическое удобрение Grow Help овощи. В составе аминокислоты, полезные бактерии, витамины группы В, янтарная кислота, экологически безопасен. Обеспечивает сбалансированное питание, стимулирует рост и развитие растений, повышает иммунитет, устойчивость растений к стрессам, увеличивает урожайность, способствует лучшему хранению продукции после сбора урожая. Мы будем использовать для овощей, для томата, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки. И сейчас у нас будет внекорневая подкормка, опрыскивание по листу 35 мл на 10 литров воды. Используется 4-5 раз с интервалом 2-3 недели. Последнюю обработку проводить за 3 дня до сбора урожая. Опрыскиватель у нас на 5 литров, поэтому мы будем разводить 15 мл на 5 литров воды. Написано, что объем колпачка у нас 15 литров. Миллилитров. Миллилитров.